Доброе утро, друзья! 5 августа 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Международный день светофора. День Победы и Отечественной Благодарности в Хорватии. Гражданский праздник в Канаде. Трофим Бессонник в народном календаре. Спать было некогда, в разгаре была пора рабочей страды. Знаменательное событие. 1772 год. Состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. В 1941 началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В 1967 году вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd. 1996. В России установлены официальные символы президентской власти. Родились в этот день. В 1844 году родился Илья Репин, русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской академии художеств. В 1850 году родился Ги де Мопассан, крупнейший французский новеллист, мастер рассказа с неожиданной концовкой. В 1905 году родился Артем Микоян, советский авиаконструктор, дважды герой социалистического труда. Этот день по лунному календарю. До 10 часов 21 минуты по московскому времени – четвертый лунный день, новолуние. День активных действий, поэтому можно посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана и даже опасна. Если до сих пор вы мечтали, то сегодня пришла пора действовать. Однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном. Могут произойти разные неприятности, связанные с общением. Сдержите негатив, и вторая половина дня принесет достойные плоды. После 10 часов 21 минуты – пятые лунные сутки. Активный день – один из судьбоносных дней лунного месяца. Он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае, если вы решительно настроены на успех. Пятый день Луны подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Новое хорошо в том случае, если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердо уверены в том, что именно они принесут вам благополучие. Вот такой он 5 августа 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!